Сегодня у нас 11 сентября. Между прочим, памятная дата, да? 11 сентября. Башни взорвали? Ну да, башни взорвали. Еще какие-то там тоже есть события с этим связаны. Вот. Мы работаем сегодня на огороде. Брат мне Виталь, как обычно, ковыряет картошечку. Не как обычно, вчера я носил это. Ну носил, да. Но сегодня пока... матушка вчера этим занималась. Пока матушки. Это не очень мне по душе работает. Ковыряться в земле как крот. Да. А картошечки-то нравится, да? Нет, холодная картошка не холодная нравится. Которую вы, Володя, нас обеспечил. Изволите нам подавать холодную картошку. Не холодная, а теплая, во-первых. Ну, сегодня была теплая, но обед будет холодный, это факт. Ой, братец, как ты себя мучаешь. Вот Игнатий все выкапывает. Картошка, слава богу, хорошая. Здесь вот. Это на огороде, там, где брат Никита жил, Колесников. Там очень плохая картошка. Мелкая, вернее. Игнат Тихонович, у вас есть автобиографическое стихотворение. Ну? И оно как бы на тему девства, можно так сказать. Не понял. У вас стихотворение есть, которое... Оно как бы в тему, вот как раз по теме Валерия Сутермина. Вот он все про девство, да про девство глаголит. Ну да. Вот. А у вас есть стихотворение, вот расскажите. Ну, что стихотворение-то? Вот мы смотрели, это, приходите завтра, про Фросю Бурлакову. Вот надо тебе почистить, то видишь, как ты копаешься. Да, надо почистить. Вот смотри, вот так рукой ты можешь сделать? Чтобы она тебя проходила, а ты толстый-то и не можешь взять, вот. Она, да, я не могу глубоко доставать. Глубоко не надо. Вот. Хотелось бы вот взять другую, но не... Это не наш инструмент. Не... Мы не имеем права брать его. Так вот дальше. У меня не одно стихотворение есть. Есть такое непослушная женщина. Стихотворение три. Расскажите, Игнатий. Ну что расскажите, это надо считать. Продекларируйте. Где-то. Да. А это... стихотворение, оно попало тебе, я не знаю, я посылал, наверное. Да, вы послали в скайпе, и мне... Да, и ты его насчитал, и мне понравилось, и другим понравилось. Видно, что тебя это задело. И вот, приходите завтра, он в конце там показывает, ты старым живешь еще, надо трудиться. То есть она поет, а думает о другом. Вы должны жить жизнью героя. Он не знал еще, что сказал. Полностью жить жизнью героя нельзя, но... как Евгений Миронов. Ну, надо входить в роль идиота. Как идиот там говорит о католицизме и все. Так и это. Она вошла в роль Анны Карениной-то. Под поезд бросилась. И она потом бросилась под поезд. Ее зарезала. Но это же не есть хорошо. Нехорошо. Это демоническое. Так вот, где-то надо хотя бы краем задеть. То есть она чужую роль играла. А это у меня роли никакой нет. Это моя жизнь. Я о жизни своей пишу стихи. А встречи с людьми... Это не два, не три стихотворения, а 3467 стихотворений, сохранившихся. Иногда мне приезжали даже вот священник и показывает, Радонеж, газета такая, стихотворение. Вы туда посылали? Я говорю, нет. А вот послушайте. И считает, стихотворение, как вы смотрите? Я говорю, очень сильное, мне так не написать. А он тогда открывает внизу и написано, Игнатий Лапкин. Вот это да, так это... А так когда же так? Иногда я стихотворение узнаю по одной строчке, что мое. Я написал, нет, вот представь, 3467, это получается 7 × 5 = 35. 7 пачек по 500 листов, исписаны мной, все по 9 куплетов, по 36 строчек. А вы бы могли сейчас писать, если бы... Я умышленно от этого отошел. Не, ну а если бы не отошли? Ну, если бы никак, я отошел. Я сказал, больше не пишу. А почему вы так делаете? Ну, не знаю, почему у меня другая область началась, действие. А-а-а. Понимаешь, я перехожу легко на другое. На каждом повороте успевал застолбить межу. Вот у меня тоже стихотворение про мою жизнь, как бы. Представь себе своим воображением на все, что посчитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе за обедом стреляют точно в лоб.
и давит только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили, враг не достал, истратил всю казну, уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало в горных перевалах, там след моей ступени распетлял по шахтам, гротам, по лагам, отвалам. Исследует святых, о ком и насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед, акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, засолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Это им не написать никому такого стихотворения. Я его своим не признаю. Это исписать 7 пачек по 500 листов, и ни одной помарки нету. У меня нет переправки. Я пишу с чистого листа. 36 строчек в каждом стихотворении. Это 9, за 9 лет. Ну, учитывая 365 дней, 9 и 30. То есть ежедневно по одному стихотворению, как по заказу. А откуда? На молитве. У меня как высвечена одна строка. Я не знаю, она вначале. Прямо будет. Вы буквы видите, да? Как буквы, как бы. Я молюсь, и в это время у меня как высвечивается. Я тут же, я молюсь, а рядом листы бумаги, карандаши, ручки. Я никогда не бегаю, не ищу. Там 15 ручек, 20 карандашей. У меня завален стол буквально бумагами. Я раз строчку дописал, все, молюсь, дальше ничего нет. Бывает, пройдет какое-то время, полчаса на молитве, и опять строчки. Я вторую запишу, строчку. Это второе стихотворение будет. И дальше я только помолился, беру ручку, карандашом пишу, чтобы дешевле. 36 строчек, ни одной помарки. Это нельзя придумать. Я спрашиваю, что это такое? А кто знает, и везде прославление Бога, жизни во Христе. И вот это стихотворение называется «Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косо, змеей струились щекосы, занозой в них не вошел, и нечего то ворошить. И заканчивается тем, что вокруг меня чистые сестры, остиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом не источен, по-прежнему острый». И ты насчитал, это тебя коснулось. Я понял, что ты проник в это стихотворение. Ты молодец тем, что в каждом стихотворении ты задаешь 2-3 вопроса. А что это означает? А что это за кикимора? Кто такой? Понимаешь как? Это очень хорошо, у тебя познание расширяется, и ты трогаешь сокровенное, которое многие не понимают, о чем написано, но не спрашивают. Но благодаря твоему вопросу и другие стали понимать. Ну, да, и вот это стихотворение, оно, там я говорю, наказ от матери моей многодетной, у нее 10-12 детей было у моей матери. Она только умоляла, храни себя, сын мой. Она говорила, это грех, вступить с женщиной в связь какую, пока ты там не венчан. Это большой грех, ты погибнешь. И меня Бог хранил. Я тебе сегодня рассказывал, когда я в армии был, у меня удивительное было увольнителя на год. Я вот кому даже офицерам говорил, на год, срочная служба, ну да, такого нету. Я говорю, я имел. У меня увольнительно было на год. 1 января выписали до 31 декабря. Я мог разъезжать тысячи километров. Где я ночевал, за мной уже не следили. То есть абсолютно доверенное лицо. А кто? Техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Какому офицеру пора нет менять квартиру? Сегодня Николаевск на Амуре, завтра Камчатка. Я один должен был, мне билеты, все выписано. Когда говоришь людям, а неужели такая должность? Сейчас не знаю, а в 60-м году она была. Ну это внештатное, может, просто сделали? Такое. Нет, это штатное. Штатное? Штатное. Я техник-строитель, прорабом работал в органах МВД. Потом я перепроверен десятки раз. Представь,
ракетных войск Дальнего Востока. Я же попадаю с людьми, беседую, бываю на, прямо ну, вплотную к тому, чего нельзя видеть. Это сегодня я такой, говорится. Был другой когда-то. И вот это вот стихотворение о женщинах ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Некрасова, ни у Блока никогда не найдешь. Они не знают, они хвалят. Платье зашебарчало, запахом ему мозги закрутило. Здесь я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Вот пусть он напишет, кто там знакомый твой. Он не может написать, потому что она пленила его. И вот я, будучи свободным, когда возвращался, давал отчет, у меня свой кабинет был, свой, и там диван был. И ко мне приехала молодая учительница, я в дороге познакомился. Приехала с одной целью, она мирской человек. Я и стал говорить о Боге. Пришлось спать на одном диване. И я ее не тронул. Это вообразить даже нельзя. Сегодня, когда говоришь, там написано у меня стихотворение, что там кубарем скатился по острому лезвию, лишь бороду сдуло слегка. Конечно. А в смысле, не в радость, вы сбрили бороду, что ли? Что с чувствами, да? Сад ископычен. Игнатий. Я на военном билете с бородой уже. Даже на военном билете. Вот в то время я занимался разными языками. Ну, разными. Что значит? По-немецки я выступал, говорил, по-английски переводы делал. Вот занимался испанским, занимался в это время. Сейчас ничего нет, это 60 лет назад было. Мне было интересно, офицеры обращались за помощью, и мне содействовали, где нужно было. А в город приеду, Хабаровск, институт есть иностранных языков. Нет. Я туда в общежитии ночую, подновляю свои знания. Там начались занятия, подготовка в институты. Я готовлюсь в институт международных отношений МГИМО. Я хожу на эти занятия, сдаю там свои контрольные. Мне это интересно. И вот сейчас, допустим, твой знакомый, он говорит, давайте праздновать... Праздник девства? Праздник девства. Но это и нарочно просто не скажешь. В первую очередь, некому праздновать. Дальше. Такого праздника не было ни у евреев, ни у христиан, ни у кого. Даже у сектантов нету. Даже самых заблудших, самых ревностных, даже пятидесятники другие, у никого не было. А говорить тому, который не сохранил девство, ну а что смеяться-то? Это ты... Я не знаю уже. Это, надо быть в чувстве, о чем ты говоришь. Отойти от этого. И не надо биться за детей, которые жены отбили. Благодари Бога. Благодари, что Бог тебе дал эту истину понять. И поэтому это стихотворение, оно может гимном быть для них. Я женщинам всем благодарен и вдосталь. 9 куплетов, 36 строчек. Это не игра. И в каждой строчке столько заложено. Не в радость, конечно, что чувствами сад ископычен. Ты вдумайся в это. Кто ископычен? Речь идет о копытах. Кто? Сад моей души. И сатана врывается с похотью. Он ископыченный. Я мучаюсь. Я молюсь. И Бог позволяет одержать полную победу. Не в радость, конечно, что чувствами сад ископычен. Одну эту строчку Пушкин никогда бы не написал. Страстями, то есть все равно помыслы были, правильно? А как же нет, это победа. Образы всякие сатана давал. Все, да? у меня там все в стихотворении это написано. Все. И как, молитва? Молитва, и хотя Евангелие не знал, Библию не читал, в руках не держал. И поэтому этому человеку, там, Валерий, ты скажи, приезжай, бросай все сюда. Еще не поздно, посмотри. Пока не поздно. Щитки. Позаботься. Щитки. А теперь тоже можно сделать. Позаботься у нас о труде. Вот так, чтобы можно было ползать. Так же себе сделать. Дивный Господь. Вот я тебе про это сейчас говорю. А сказал бы, ну а что ты ему посоветуешь? Конкретно глаза открыть. Помолиться, глаза открыть. Я сегодня тебе говорил. Допустим, он теоретик. Давайте девство праздновать. Во-первых, некому люльки только праздновать. А зачем праздновать-то? Это естественное состояние. Райское состояние, в раю Адам Еву не познал, праздновать вообще нечего, и как его назвать, а кто будет? Каждый думает, о, не для меня, о, не для меня. Где-то можно, праздник, допустим, человеку, который вышел из наркозависимости, ну давайте сделаем, остальные скажут, я в рот не брал. Праздник, он касается всех, всех, он не может выборочно быть, день строителя, день шахтера, это все надуманное. Это нет нигде. Давай, день девственника. То есть это мирское рассуждение. Тогда праздновать день потери девства тогда. Да, ну тогда весь мир будет. Или день блудного сына.
А это и есть в церкви. Неделя блудного сына. Да. Семинаристы поздравляют друг друга. Друга, да, это наш праздник-то. Так вот здесь, этому человеку, который тебе близок, знаком как будто, ты скажи, брось все, приезжай. Ты глаза открой и посмотри. Вот я, допустим, мне говорят, вот вы говорите, а вы понимаете или нет, что страна это вся зэковская. Если человек в тюрьме не был, он жизни не видал. Я был в тюрьмах. Я после вернувшись, 18 лет работаю в местном СИЗО, бесплатно, повторяю, бесплатно, ни копейки. А я туда занес, может быть, на тысячи, если не на миллионы. Один раз только литературы привез разные, 4,5 тонны. Воскресенье Христово мы красили яйца и по камерам шли давали. Я узнаю, иду в комитет по правам человека, там ходатайствую, с разрешения начальства. Бог открывает все двери. Ты что сделал? Ничего нет. Студенты, развратники, они... Что ты сделал для того, чтобы этого не было? Никак. Я одновременно веду занятия в 5 университетах, в 13 школах, во всех техникумах, на заводах, на фабриках. Это одновременно. В воинских частях молодежь. Игнат Тихонович. Конкретно я говорю. Теперь говорят, дети беспризорных, там 3-4 миллиона. Я говорю, а что ты сделал для того, чтобы не было? Опять он опустит руки, он ничего этого не делает, человек. Я начальник, создал лагерь. Написал устав, построить все, кормить, напоить, привезти, чтобы все у него было. Смотри, какой большой коршун на этой сидит. Вон на этой. Вот, на стоге. Да. Красавец. И что? 45 лет начальник детского лагеря. Он делает это, спасает где-то. Нет, он своего ребенка не может отбить. Он никакой в этом вопросе. Ну, деревни, 21 тысяча деревень уничтожены. 10 тысяч на ладан дышат. То есть 1-2 человека остались. Что ты сделал? Ничего. Мы добились статуса, начинаем строить. Электричество подведено, школа. Мало? Да, мало. Но учеников было 12. И мы верим, день потеряй-ка впереди. Вот сколько у него. Это он сено столько, да еще там у него идет сколько. Вот это вот 1, 3, 6. Вот я видно, кончается рулон. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, считай 20. 20 на 6. Сколько будет? 120. 120. 120 тюков огромных сена. Так это прошлогодняя, считай, какая земля. Это все родит. Вон там еще у него уходит туда вниз. Он на одном сене золотит, почему он работает. И вот конкретно приезжают люди в это место. Что правила какие? Чтобы не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Есть такая деревня? Ни одной. Пока одна. Пусть он займется этим. Восстановить, чтобы земля заговорила. И притом православная. Игнатий, какая тишина. Оглашенные выходите. Ну вот у это нас да. От 3 до 5 лет готовили это к крещению. Не 5 минут, а 500 академических часов человек учится, чтобы принять крещение. Да еще комиссия 10 человек будет решать, допустить, не допустить. Ну сейчас такого уже нет. Но сейчас нет у меня другое. Новые души по интернету приходят. Он пусть покажет. Так его он должен воспользоваться опытом. Конечно. Для чего мы теперь лагерь превратили в музей для бедных лагерей? Что вы посоветуете людям, приехать, у которых я уже говорю, приехать. Пока я здесь. Этот месяц прожить здесь. Со мной вместе рядом будешь жить, работать. Вот я был в Сан-Франциско. В это время там и Антоний был архиепископ. Ну, перекрестного братья. Радикал. И ваша за радикала считают. Иоанн Шанхайский, мощи его. Меня туда вниз спустили, вокруг обошли. Скажите, вот мы принимаем такого-то. Вы его знаете или нет? Я говорю, слышать слышал, но нет. Брат мой знает. Я от него слышал. А вот такого тоже не знаю. Мы, как принимать, кого принимаем, сами не знаем. Я говорю, узнать очень просто. Вы им давайте командировку, они в России живут, к нам на 1 месяц. Всего 1 месяц. И вместе с нами пить есть будет, и мы характеристику вам выдадим. Ты приехал сколько здесь сейчас находишься? Ну, месяца 3, может, 4. Вот, ну, я тебя испилил. Там заступается, вот там над Никитой, я вроде командовал, издевался. А теперь меня ли нажил какую-то энергетику там, ну, то есть, что попало. Я тебя сегодня только чистил. Я тебя послал сюда. А в это время у меня там пал голубь, надо быстренько было теребить, разделить собакам, кошкам, надо кормить кошек, сделать что там. Жена пришла показать, что и как.
пока ты ходил сюда. Я гляжу, ты идешь еще. А я в одних перчатках, руки замерзли. Сегодня 11 сентября. А я тогда иду, велосипед держу и показываю. Я совершенно без рукавичек, так? Ну да. А ты пошел зачем домой? Надеть вторые рукавички, что рука мерзнет. Не, я надеть хотел вторые, чтобы собирать эту вот зелень. Ну-ну-ну, чтобы собирать, надеть вторые. Да. Понятно? Теперь ты пришел, я 14 ямок выкопал, картошку выбросил, а ты над одной лункой сидишь там, я подошел, что ты делаешь? Давай вот эту вот траву-то тряхнул, а он поднял, а вот здесь вот, вот я тебе покажу сейчас, смотри. Вот поднял ее. А тут ее нету как-то. О! Что ты делаешь с ней? Он взял эту... Вот где ты опять-то, которая? Тесёлка, ну, вон она. Вот, ее бросил. А я копать-то копаю, а смотрю на него. Он вот так взял вот эту одну. Что смеешься-то? Я тогда все бросил, говорю, что ты делаешь? Ты вот так вот подойди, вот. Вот так, возьми ее. Вот она висит. Рул ее туда, все, она отлетела. Не успели глянуть. Володя, посмотри, сколько кучек уже сделал-то. У тебя не с места. Какие вы работники? Это вы никакие. По-простому. Ну мы пришли, ну почему не работать-то? Работать быстро надо. Японец работает в 6 раз быстрее нашего. И спрашивает, а можно быстрее? Они говорят, нельзя. Останавливается сердце. А то где? При сборке машин. Это я просчитал. Ну вообрази, Тося, вообрази, какие мы работники, нас нигде не хотят принимать на работу. А если ты, тебя известно, о тебе молва, тебя с руками будут отрывать, дайте нам этого работника. Это огня нету никакого, внутри какая-то трухлявая просто древесина, пень. Молния ударит, ни дыма, ни пару, ни огня. Это сегодня только я над тобой уже тут строжусь. Ну ты пришел уже, все равно, ну давай поскорее, да, закончить уйти. Напиши этому другу Валерию, там фамилия его там такая, какая-то татарская. Сутармин. Ага. Наверное, татарская. Татарская. Но у него такая бородочка, как не неважно. Скажи, как у нас не приглашаем, а разрешаем, если просится. Тебя приглашение дают. Ты даже не понимаешь, что почему тебе это нужно, а у него у меня суд по ребенку. Зачем судиться? Что ты с ним будешь делать-то? С таким характером. У него суд уже давно идет. Судится. Зачем, я спрашиваю, зачем? Ты завоюй ее сердце, женщины, трудом, с алиментами. Присудили тебе в месяц давать, допустим, 500 рублей. Положи 1000. Все, не подходит? Мы работали на 2-3 работах. Вечером пришел, пообедал и пошел во вторую смену. Почему? Надо деньги. Деньги надо. Есть такой... Это Марка Твена, кажется, у него описывается. Да, это у него есть мексиканец. И он вышел на бой. А ему сказали, победу, когда над тобой одержат, тебе там 5-я часть, а тому остальное. Он говорит, нет, победитель получает все. Ну и разозлил этот боксер, я из него сделаю бифштекс сегодня. А тот как бился, как трудно, как он падал, как поднимался. И выиграл. Но он когда бился, он видел, я... На эти деньги купим винтовки. На защиту страны. Он революционер. Он видел штыки в это время и бился. Ты вообрази. И вот это, смотри завтра, когда ты воображай то, что ты поешь. Ты поешь, как чужое. Он меня сразу профессор видел. Да, это ты пела. Это именно твое вдоль по Питерской. А сейчас поешь. А что, она парня потеряла. Она уже поет, а сама там за ним бежит. Ну, видел? Ну, да. Вот так здесь. Ты взял Слово Божие. Там не знаешь, здесь не знаешь. Уперлись в 7 главу 1 Коринфянам. Надо тебе это. Оставьте женщин в покое. Ты остался без жены, не ищи жены. Будьте как я, Павел говорит. А нехорошо одному. Нехорошо в раю было одному. А теперь хорошо ему оставаться как я. Нигде не говорят. Лгут. И у сектантов, и у всех. Сегодня хорошо оставаться одному. Он думает, как угодить Господу. Как Господу угодить. И хорошо одной оставаться. Нынче одна девушка, я разговаривал с ней, она очень умная, Анастасия тоже. И она говорит, я знаю, там познакомилась с парнем, познакомились. У него была своя жизнь. И дальше она ничего не говорит.
А потом говорит: голубь мой, наверное, сизарь. Ну да, мой, домой полетел, наелся. Ну-ка посмотреть. Видал? К Жене пошел напитаться, сел там. И если это от Бога, оно обязательно будет. А не от Бога, оно тебе не нужно. Оставь ее, раз уже не удержался. Хорошо быть одному. А женатому это как со связанными ногами бежать. И вы ходите, я не знаю этого Валерия, как он ходит, я не видел. Но здесь он будет у меня бегать и все остальное. А если он восстанет, Игнатов? Он восстанет, значит, до свидания. Вот здесь был Игнатов Сергей Егорович, юрист с Украины. 56, что ли, лет ему, представь себе. И вот это вот он здесь, и на тот берег переплыл, а тоже в сентябре был. Вон ту, переплыл. Куда бы я ни пошел, он со мной. Я пошел андатру там ловить, он рядом. Дальше пошли там ему показывать, он везде. Я на велосипеде, он бегом бежит. И ни грамм, он только одно, я, извините, я без вашего разрешения себя называю вашим духовным чадом. Понятно? Юрист. У него дома неблагополучно. Непослушная жена. Татарка. Какая-то, какая-то там такое имя. А теперь она Раиса. Сын больной. Больной, совершенно, совершенно больной. И он там восстал в монастыре везде, почему не учат, почему этого нет. Его там запретили не разговаривать с ним, его выгоняют. А он тогда написал, и стоит в притворе, и написано: отцом Николаем незаконно отлучен от причастия за то, что говорил, что проповедовали. Ничего себе, молодец. Понятно, как, какие люди, каких Бог дает, а этот, а он не выдержит. Что не выдержать-то? Не, я так просто... Подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. Они могут это сказать? Вроде он расположен. Ну, пока расположен, так вези его. Что значит пока? Он должен дальше быть расположен. А, вот тут и оно. А дальше это практик. Зачем я поминаю детский лагерь, что это практик? Я не теоретик. А это теоретизирует в вагоне, я веду в поезде, в автобусе едут и все что-то рассуждают о женщинах. О них не надо рассуждать, а надо забыть. К Арсению одна приехала по благословению епископа и привезла там, ну, чемодан золота. Я около двери поставила, а он упал вниз лицом и не поднимается. Тогда она встала и говорит: помолитесь обо мне и не забывайте, помоните мне. Он говорит: я буду молиться, чтобы забыть тебя. Это так огорчило ее, она, помощница епископа, приехала и сказала: ты, говорит, не поняла. Ты прекрасная женщина. Ты понимаешь, нет, как ты красиво выглядишь. Доброта у тебя на лице написана. И он, чтобы забыть твое лицо, чтобы оно его не смущало, а помнить твой добродетель будет. Ты же кому дала? Богу. Она говорит: отче, но здесь там 50 миллионов долларов стоит. А ты кому дала? Богу. Да ко мне зачем это считать, если Богу? Это не мне. Приходят нищие, я говорю: берите, как Спиридон Тримифунский. Вот о чем речь идет. Зови его, зови усиленно и скажи: я был здесь, и скажи: мне большая польза. Но я дурень, уезжать собираюсь. Куда уезжать, сам не знаю. Ни работы, ничего нету. Ну как, заработать? А, ты хоть сколько работай, такого уже не будет. Вот у нас уезжает где-то там, что-то они делают, как. А своего ничего нету. Закрытая лавочка. Пришел домой, завтра опять пришел. Ни за что не отвечать. Я отвечаю день и ночь, дети у меня. Ни одного ребенка я не могу назвать чужим. А они мои. И представь, это ни день, ни два. Тысячи детей с родителями вместе. Я должен накормить, напоить, сохранить, хороший отдых создать. До 6 раз в день только купались. На лошадях катаются, на лодках. И ни одной аварии, ни одного отравления 45 лет. Без помощи государства. Они только душили меня, давили, но ничего не могли сделать. Вот пусть он начинает с этого. Ну вот видите, Игнатий, душили, давили, не могли ничего сделать. Господь с вами существовал. Они не могли со мной сделать да, ничего. Да, да, так а... Еще? А другой возьмется, а его а ты, как а... букашку, бамс. И все. Тебе кажется, ты меня сейчас раз и повалил, да? Нет, я знаю, что мне не надо так делать. Я много занимался боксом, стрельбой. Это мне все сгодилось. Я раньше говорил, если бы я не обратился, я бы был в армии Дудаева. Обязательно. За правду. Почему этот Сашка Билый, музычка, он мне как родной брат.
Не по делам. Ну, сейчас коммунисты и сталинисты, они просто плюваться будут, слушая ваши слова. Ну, конечно. И в сопли, конечно, и все они пойдет. Они мне путь дали ко Христу. Я благодарю Бога за коммунистов. Когда я был в Америке, выступал в Вашингтоне, кажется, или где-то, или в Нью-Йорке было, сейчас мне даже сказать трудно, вопрос задали. А как вам помешало КГБ? Я говорю, они меня сделали известным, вы меня пригласили, заплатили за меня билеты и все. Мне никак никто не помешал. Златоуст говорит, если ты себя не вредишь, никто не повредит. А как ты повредишь? Никак. Я Бога благодарю, я славлю, и поэтому мне именно это и надо. Понял? И началось. Так что Валерию там напиши, скажи, не упусти момент. Даже надо? Неделя кончится, приезжай все равно. Даже так бы на престольном празднике побыл. Здесь может быть митрополит Сергий. Ты своими глазами увидел. Посмотри, какой нищете пальцы. Так вот надо позвонить. Давайте созвонимся, вы скажете ему. Нет. Не получилось у меня отправить интернет. Позвони и скажи от меня. Отправил. Я его не знаю, поэтому я разговор... уже говорил. Он не видит, что кто разговаривает с ним. И скажи, потом ты увидишь этот ролик. Ну, когда потом? Ну, через неделю, когда? Через сколько? Ты видел, как делается? Ну, да. Вот она, смотри. Смотри, какое щучело огородное. Из счастливой, более счастливого человека не могут найти сегодня. Единственное, скажут, что он говорит все, а сам-то женатый. Да. Некоторые будут говорить. У самого жена есть, а учит нас вот это. Вот так. Ну, как, что вы на это скажете? Я на это скажу так, что значит у меня есть опыт, о чем я говорю. Если он за того говорит, у него опыта никакого нет, а у меня опыт. И у меня не одна жена, а несколько. Это как? Да так. Которые около меня, они все считают, что я ими руковожу. Это не одна, не две, так в разных странах. Ну ты спроси. Это, ну в каком смысле это? Это пишет из Германии это. Мой самый любимый отец Игнатий. И сколько таких? Новые люди обращаются. Сколько их? И женщины какие? Они души не чают, а другой-то, который вякает, у него ничего нету, он не знает. Иначе, она говорит, через вас я узнала жизнь. Надо траву убирать уже мне. Да, все, уходим. Все, давай. Благодарю. Матушка уже. Слава Христу.